Ты посмотри, какая Нива, ни хрена себе. Да я тебе говорю, они проедут ходом везде. Шины новые, видел? Диски с выносом. Цвет правильный. Руль. Не сигналит. Да не, ну машина серьезная. Да не, ну у вас экипаж, вы как рождены для друга. Лебедки одинаковые. А, да це руна, так це не маркировка. Та сама, 9,5Q. Не. Що, не, це 9,5. Радіатор лежит, ну красиво сделано. У них передатка, наверное, 112. Топовая 70-ка, сейчас я вам покажу. Такие сиденья тут тяжелые, модные. Каркас. Лапландеры. Сейчас заглянем. Это уже завтра днем посмотрим. Да, лапландеры. Серьезный аппарат. Тут тоже аэршоки. Сделано по-взрослому. Работает чутенько. Так, друзья, ну что, сейчас Нива и топовая 70-ка. Попробуем куда-то дойти. И там эвакуация завершается уже. Сейчас будет экшен. Так, все, пилоты Нивы. Пилоты штурман пошли. Разработали там тактику. Ребята, кто за кем, но сейчас будут смотреть, как далеко долетят. Да. Так, ну тут сюрприз прямо на старте. Да, вот вам и экшен. Не, ну такого поворота никто не ожидал. Ищи дерево где-то. Смотри где-то слева, справа, блин. Слева тебе надо бы вообще. Да хотя без разницы, давай. Да, сюжет неожиданно закручен. Фу, блин, Игорёчек, что-то ты навонял. Что-то антифриз или что-то такое парит. А я бы ж приехал на нормальных колесах. Слышишь, а ты вправо руль выверни, что у тебя влево руль вывернут. Игорёчек, блин. Давай. Вправо еще. Вправо еще руль. Мотай. Мотай, Игорь. Ну, старайся, будешь мотать вправо. Что-то у него, блин, происходит непонятно. Похоже. Вправо руль, вправо еще. Не сильно газуй. Натяжечку лебедку. Да, старт тут веселый уже такой начался. Сейчас ходом будет идти. Дальше. Все замылено, парит. Посмотрим. Лебедка задняя размотана тоже. Давай, ты басня, залетай. Пока тут заскакивайте. О! Заезжай. Давай, время есть нормально еще, 20 минут. Дай заезжают вони. Дай залетают, чтобы их дернуть сразу. А если надо, буду объехать на ту сторону. Мы тут залепетимся, если что. Давай, куда летят, а вон так.
Игорь ходом пробует. Вот это круто. Не, ну неплохо. Так, Нива. Нива тут боевая. Тут пацаны просто нереальные ходом прошли. Бешеные одесситы. Так, тут смотрят. В этом деле траектория важнее всего. Назад раз. Красавцы просто. Вот вам Toyota, вот вам Нива. Хорошо. Да пробуй проскакивать давай, что там? Не, пусть оттянет немножко. Да ты туда не долетишь. Ты туда не долетишь. Долетишь? Давай. На бутылку. Давай. Что, разгон будешь брать? Конечно. Охренеть, это бешеные невоводы. Да он уже далеко, смотри. Да? Тут что-то сейчас будет экшен. Цепляйте его за дерево! Не на тех машинах ездят. Охренеть просто. Невоводы, как всегда. Охренеть вообще просто. Как это? Как это вообще произошло? Ничего не понятно. Чуть не проехал. Toyota помешала? Охренеть можно. Как он это сделал? Понять сложно. На самом деле. Это круто. Вот так, ребята. Это заезд. Да, куда Нива долетела. Что там, смотрим время. 0:46. Еще четверти час ночи. Вот это Нива. Так, ну теперь 70-ки надо до финиша дотянуться. Просто Ниве подтянуться, потом к ней. И все. Пилот не выдержал. Пошел на помощь. Ой, ой!
Ну, время еще есть. Пауэрбанк. Борются ребята. Провода. Провода, провода есть. О, пошла. Что-то аккумулятор выиграли. Не готов был. Да не спешите, спокойно, есть время еще. Хорош! Игорь, подтяни силы сюда и мы тебя покажем. Это тоже вариант. Давай подтягивай. Да, жестковато. Хорошая лебедка. Крутая просто. Прикуривать от Нивы будет. Завели. Провода к ним бросай, в кузов провода бросай. Спокойно, спокойно. Аккумулятор заберите. Назад, 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 назад. Вот, 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 поставь и все. Колесами помогайте, колесами. Руслан, придет так? Да, это вообще нормально. Вот такие должны быть сутки. Ну, конечно. Вот тут расколбас просто какой-то нереальный. Завтра можно. Ну посмотрим. Ну тут же не будет уже парни, будет одиночный, да? Закройте долго. Шире угол сделай, будет лучше, лучше видно. Ты посмотри, что делает, да? И так ты сам, наверное, так уже выехал, да? Конечно. Рунва. Ты прикинь, как херачит, да? Тільки румова та якась скорость.
Так у Игоря же тоже такая любит. Тут мотор 2,2. Что такое 2,2? Как он может быть 2,2? Там кто-то сточили, где-то кто-то. 2,2 не бывает. У них, по-моему, 123-й такой блок, такие кубизоны длинные. И он уже идет 1,8 завода, и тут расточенный там. Дима! Дотянется. Какой объем мотора? Ниве. Слышишь? 2,1? Да. Газ, газ! Игорь, заводи! Сейчас чуть зарядится. Что-то провода плохо одели. Там у Игоря провода, проверь. О, видишь? У Игоря проверь провода. Она бы не искрила. Нет, держи. Плюсовой держи. Поправьте плюсовой, когда поправили, загорело. Да, аккумулятор. Попробуйте желтый подкинуть вместо того родного. Просит там надо поступить детский для нас. Реально хорошо ехать. И шанс был запустили. Все. Что, все время? Да. Все, девчата и пешло со старта. Ехал бы ты нормально заводить. Что со временем? Со временем все будет заебать. Может, не вахай входит. Со временем, без 20-12. Это вода на жены Хай опять перезует трохи, что ж мотай. Вы сейчас высадите 5 в секунду аккумулятор. Клапан закрыется и все, и она заглохнет. Да, вот вам и Нива, да? Да Нива это машина. Охереть вообще просто. Ты видел, что она там исполнила? Прикурили опять. Да, не вложились, но шли красиво. Да, подзарядил, видишь, поехала сразу. Нормально ли беда тащит? Аккумулятор подвел.
А что там, где пазик на рейд добрый, да? Вот тут? Да, и вот он. Вот да? Вот со стороны на сухому, понял, там на лаву. Саня, дай свет мне. Вон, видишь, пар валит. Ты видишь запах антифриза? Что-то не то. Так, чуть подзарядился. Пробует. Да, все, заглох. Опять та же процедура. Нива сейчас приедет, прикурит и поедут дальше. Нива сама себя вытащит сейчас. Тест лебедки. Лебедка крутая. Посмотрите, как она херачит. Это фантастика просто. 2.1 объем двигателя в него. Еще по барабану просто. Право руль, право руль. Игорь, сейчас будет экшен. Завтра уже наступило. Завтра уже сегодня. Что тут смотрим время? 2:18. Все, Нива, круто просто. 2:18. Все, уже сегодня никто не заезжает? Наверное, нет. Так, тут Ваня исполняет. Пытается достать Игоря. Едет сам к нему. Сейчас надо будет двоих доставать. Это надолго. Можно пойти поискать, пока дебеха моя. И одеться, то я в футболке.
пока на месте. Трахите. Да, это жесткий парень. Может задавить меня? Да я знаю, это очень опасный пилот. Уехал. Этого надо снимать все время. Может экшен быть в любую секунду. Тут серьезная машина. Есть свет? Нету? Света нету? Со светом напряженка. Ну. Сломал тут трассу, да, все разрушил. Чуть-чуть. Куда он хочет поехать? Бакалова этим кибер. А ну включи свет. Крутит руль. Так, это серьезный пилот. Пацаны, кажется, надо убегать уже. Пора. Пацаны, надо за дерево. Смотрите, люди тут. Да я сразу к вам. А нет, а тут вон у него штурман есть. Да подожди, ты хоть он на Тикай, тикай. Вот там вот туда давай. Может он показывает? Да нет, он мимо. Надо жидкость гидроусилитель долить. Ваня, влево руль, куда ты крутишь? Продавай ее. Не, крутить. Ну очень крепкая УАЗа Патрол. Андрюха строил. Крепкая машина, такие издевательства выдерживает. Я тебе подсвечу. Свети. А сделай шире. Смотри, что делает. Сейчас будет экшен. Главное там, чтобы палатка не стояла нигде. В кустах. Ёхан. Слышите? Радиатор на крыше, так что тут бояться нечего. Включай свет, у кого там свет. Пошла жара у хату. Так. Куда? На прилухе. С лагеря. На прилухе пошел. Ё-моё. Выехал. Блин. Так, Игорь по-прежнему в болоте. Никого. Что-то никого я не нашел, чтобы кто-то пришел, помог. Руки, что-то я что-то там записал. Что-то ничего не видно. Давай. Сами борются. Сидят капитально. Да забрал с УАЗа Патрола ключи, потому что это закончится как в прошлый раз, понимаешь? Ну, руль не крутится, а все. Вот бросил машину, говорит, пойдем отдыхать. Осторожно, тут опасный косогор. Пацаны, так, поужинали? 3 часа ночи. Сейчас посмотрю точно время, сейчас вам, чтоб не поверите. Тойота выбросила тебя из лужи уже. 2:48. 3 часа ночи без 12 минут. Без патруля Ванину. Ваня, подожди, давай это. Она не передает никуда. Она сегодня включай. Тебетка отдохнула, аккумулятор. Зарядился. Для нее это ключи там от всего этого прилуцкого автопрома. Короче, я побачу мои ДСС ключи вот такие, ну ты ж бачишь, которые мои связки мои. Кажи, я такая делюська, я полагаю, когда тут даже есть ключи от СИЗО. А что, в прилуках есть СИЗО? Да. Ты хочешь там посадить? Конечно. Чуть не завел. Молодец, газеты.
накал проведи. Давай про куртку. Должен подъезжать? Не, подожди. Ну, просветить что-нибудь, кто может просветить? Видно тебе что-то? Давайте, сейчас подключим, блядь, 3 аккумулятора, блядь, поводятся. Та 2 подключи, да и все. И не снимай, и не отключай, аккумулятор пусть подключенный будет. Три аккумулятора подключили. Слышь, так ты сейчас выйдешь, давай. Не отключай, пусть они подключены все. А ну свет включи, нормально свет включи? О, там тот, видно, Леха аккумулятор родной совсем. Игорь, не копай! На сухом, ни хрена себе на сухом. Тут жестковато еще пока. Все, хорош, да. Все, мама дома. Мама дома, да, и мама, и папа. А нет, тут уже не перевернется. Так, вот так, раз аккумулятор, два, и третий родной снизу. Три аккумулятора, тогда она работает. Так, подожди. Работает так, что заковырвало в такой багнюке. Да. Вот скинул ты? Да. Отцепил? Да, может, вот это... 36 вольт там бортовое напряжение. Пнему, классный, пнему. Быстрее, чем вот так тоді. Давай. Так что, можно открывать трассу, по-моему? Да, а? Да. Запускай морду, блядь, Черниговскую. Хай идут сцепки, блядь. С кем это собиралась ты? А потом они, как часто бывает, да? Потом они пошли, мы покушали, пошли. Машинка отдохнула. Покушали и пару аккумуляторов. Они машинку покормили. Не, они стояли. Завтра будем делать ветер. Понравилось на левой двери. Давай на два аккумулятора их поднимаю. Да снимешь уже там. Да не, давай позамкнай еще. Гляньте, кто не только сделал. Ага, красиво. Це диски я поставив, понял? Колпачки. Оригінальні. Колпачки, Оріга. Колпачки, да, тут... І передній, кстати, такий же, ёлки-палки. Передній ще красивее.